Книга «Открытым оком», том 6. Тема «Природа». Вопрос 1553. Я хочу спросить про собак. Если смотреть мнение Библии, как вы сами писали, нас интересует мнение Библии о собаках. Грешных, злых людей всегда сравнивали с псами, с собаками. Так если это плохо, почему вы сами держали? Это раз. Два. Почему вы пишете про маленьких собачек что-то уродство? Чем они хуже? Одна из самых маленьких пород собак, чихуахуа, была выведена для охоты и охраны в Египте в IV веке. А вы сказали следующее. Сегодня же вывели таких плюгавеньких смачков, что смотреть страшно. Уродство. Теперь мне надо выбросить своих маленьких собак, которые прекрасно охраняют дом только потому, что у них рост небольшой. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ в первом томе «Открытым оком» на вопрос 497. Мне уже ничего не добавить к ответу на этот вопрос. Там все сказано. Собака должна охранять, защищать. Маленькая собачка ничего этого не сможет сделать, потому что она маленькая. Она может только разбудить, но не защитить. И преступника ее голосочек писклявый не удержит от проникновения. И он одним пинком расправится с дюжиной таких сморчков за одну минуту. Но когда в комнате умная и сильная собака, как моя Динго, то разбившие витрину магазина, преступники не смогли даже ворваться туда. Так она их встретила. Милиция, приехавшая по сигналу, тоже не смогла войти. Они искали меня и нашли в Покровском соборе на вечерне. Вопрос стоял о том, что можно ли в освещенной комнате, где есть икона, держать собак? Ответ – можно. А держать ли этих карликов – это твои расходы и твоя привязанность. Может быть, они тебе как раз так и держи, и благодари за них Бога. Но я держать такую не решусь. Уже свой навык и опыт. Если бы у животных была вера, то если ласточки оказались бы все верующие, то собаки оказались бы все неверующие, а воробьи наполовину. Так видела во сне глубоко верующая. Собака – животное нечистое, злобное, нужное, и держать их не грешно.